во время оранжевой революции вы были в Украине. Как вы думаете, случится ли вам оказаться свидетелем революции в Беларуси? Ну, я, честно говоря, очень надеюсь на то, что я доживу до момента, когда, во-первых, лозунг «Живи Беларусь» и белорусские флаги будут уже официальными. Я доживу до этого. Второе, мне оппозиция белорусская обещала, что сделают меня почетным гражданином Беларуси. Ради этого стоит поехать, наверное, и участвовать. Но я скажу так, я думаю, что сам Лукашенко, он, конечно, никакое сравнение с Кучмой и Януковичем не идет. Но мне кажется, что как раз Лукашенко – это такой славянский Каддафи. То есть он беспредельщик. Он убийца, он диктатор, ему уже отступать некуда, он уже сжег все мосты. То есть, ну, он совсем уже невменяемый человек. И у меня такое ощущение, что там бархатная революция не может быть. Не потому, что народ плохой, народ как раз очень душевный, очень нам близкий ментально, очень спокойный, между прочим. А диктатор там кровавый, беспредельный, у него руки по локоть крови, поэтому ждать, что там какая-то бархатная революция случится, я думаю, не стоит.